have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы путешествуем по дикой планете. Я вот только что проснулся, и пока я выключал рекламу, меня посетила такая мысль. А зачем здесь кают-компания? То есть зачем здесь такой круглый диванчик там на 6 человек? Зачем здесь доска объявлений? Зачем это все, если мы на корабле изначально одни? Даже тут есть два кресла для пилота и штурмана. Но мы изначально в корабле одни. И тут я такой вспомнил, что наша компания, она четвертая космическая компания. Типа на четвертом месте по качеству услуг. И что-то мне пришло в голову, что, возможно, этих космических компаний в галактике всего лишь три, а наша какая-то задрыпанная. Короче, ну, по качеству того, что здесь происходит, вы это и так видите. Ладно, у нас почта. Вроде как, наверное, мне кажется. Kindred. Kindred, да. Новое видео. Поздравляем? С чем? Across the known universe, we have tens, perhaps hundreds of tens of explorers turning over rocks. Documenting the local fauna and uploading vast amounts of data for the Kindred science team. That's what I'm talking about. We assume a failure and or death rate of 15% across our various endeavors. So the fact that you're alive and receiving this message brings a warm glow to the hearts of the entire Kindred team. Bingo! We've got a winner. We would also like to take a moment to highlight Puff Puff Pasta 79. Not only has he stayed alive, but he's contracted this. Wow. Now, it may look painful, but this could hold the secret to curing some illnesses which continue to haunt our species, such as herpes simplex or rogue limb. So, good luck to you, Puff Puff Pasta 79. But enough chit-chat. Our analysis of which planets offer the best potential future home for humanity continues. And we have you to thank for it. Keep exploring! Знаете, есть такое выражение punchable face, то есть... Это та морда, которой хочется дать с кулака. Так. Ковать, скрафтить мы ничего не можем. Предметы у нас недоступны. Снаряга. Минуточку, а я же себе сделал что-то, чтобы ездить по этим лифтам, да? Стабилизатор? Нет, это не то. Хм. Ладно, окей, пойдемте. Где у нас... А, у нас и основного-то задания нету. Круто. Нам сюда. Нам сюда. Ambient temperature 112 degrees. Biosigns nominal. Точно. Блин. Мой косяк. Я подзабыл, что мы в прошлый раз пришли на новую территорию. Я это могу? Да. Мне этого как раз не было. Хорошо. 1-2 я могу менять. Что у меня вообще есть? У меня есть липучки, у меня есть какушки, у меня есть приманка. Ну, давай я с вот этим вот похожу. Как там, альтом заряжается, да? Я могу летать. 90 метров. Точно, мы же с вами исследовали. Все. Извините, да, я же говорю, был большой перерыв. Ого. Мы с вами в прошлый раз исследовали одно направление, а второе направление у нас осталось неисследованным. И нам сейчас как раз этим предстоит заняться. Привет, ребята. Пропустите, пожалуйста. Кто враждебный?
Да. Точно, точно. С этих мы еще фармим алюминий, что нам, в принципе, очень выгодно. Вот это красиво. А я это не сканировал, это не могу просканировать. Хм. Так, а это у нас второй след, да, который ведет от вот этой штуки. У нас есть второй след. А, их еще, их три вообще. Почему я думал, что два? Ну хорошо, пойдемте. А, эти гнезда тоже можно разбивать. Из них тоже фармится алюминий. Хм. Мой компьютерный помощник дал мне идеальный совет. Говорит, ой, осиное гнездо, может засунешь туда лицо? Что может быть лучше, да? Тут мы все исследовали. В прошлый раз нас ждала потасовка. Если я все правильно, фига себе. Great. Now we know. I mean, still nothing, basically. But we know the relative size and shape of the nothing. Хорошо, нам нужно третье. Хм. Мне не пришлось ни с кем сражаться. Это что-то новенькое. А зачем это здесь? С вот этими ребятами сражаться? Ну, не знаю. Я бы пока не хотел. Если у меня есть такая возможность. Я же... тебя убивал. Блин, вы что, так быстро спавнитесь? Не, я не против алюминия, так-то по-хорошему. Я это... Хорошо, третий. Третий ведет туда. Идемте. Почему-то изначально мне показалось, что их два. Ну, ладно. Моя ошибка. My bad. Я же это могу наступать, я надеюсь. У них такая хорошая порция этого падает. Древние. Листья совсем не листья, это я знаю. Вот третий, да? Хорошо. Нашли все три. Получается, в прошлый раз мы с вами начали с самого сложного, где пришлось перестрелять кучу мобиков. Ну, ладно, окей. Так, ну давай соберем. И теперь его можно проанализировать. То есть мы его сложили вместе для того, чтобы разбить. Да. То, чем мы занимаемся. Разрушаем. Так, хорошо, ребятки. 70 метров в ту сторону. Причем до этого это было наше побочное задание, теперь это считается как наше основное задание. Минуточку, оно меня к телепорту тупо ведет, да? То есть мне вообще не сюда. Угу. А куда? Обратно на дротик? Мне надо что-то скрафтить? Спасибо. Хорошо, снаряжение. Я могу. Прям могу
У меня 700 кремния? Вы не офигели? Улучшенная протонная нить. Улучшает протонную нить. Теперь вы сможете цепляться за рельсы. Все, 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 все. Я понял. Это все нам нужно было для того, чтобы цепляться за рельсы эти чертовы. И скользить по ним. Когда хочешь на расстоянии зацепа, нажми зацепиться. Да, спасибо, хочу. Печатать. Есть. Есть, есть, есть. Все шоколадненько. А что у нас? Стабилизатор кислот. Опасные едкие игры. Угу. Я бы вот это еще взял бы. У меня есть инопланетные сплавы, у меня есть вроде ресурсы, хотя алюминия мало. Алюминия просто мало. Ладно. Все, я теперь могу ездить по рельсам, наконец-то. Я уже помню пару мест, где оно было. Но пока что пойдем по сюжету, посмотрим. Может быть, потом я куда-то и вернусь. А может быть, меня и сюжет туда приведет. Это было в... вот там, да. Да. Это было вон там. Мне сейчас... вот это вот не... Притом, минуточку, а тут нет какой-то кислоты, нет? Вот эти штуки выглядят так, как будто их можно расплавить. Ну, орехи, понятно. Ну, блин, я уже третий раз возвращаюсь к этой загадке, я третий раз не знаю, что с ним делать. Кислотной фигнюшки тут нигде рядом нету. Возможно, возможно, мне понадобится... раз кислотный стабилизатор, чтобы успеть ее сюда донести откуда-то, не знаю, не знаю, все это совсем не точно. Есть апгрейдовая частичка где-то здесь, да? И как я туда доберусь? Так я туда не доберусь. 115 метров. Это где-то там, да? Там. Секрет поблизости. А, ага. Нет. Я кнопку перепутал. Хорош. Нет, туда... Я еще и ушибся, серьезно? Я туда не доезжаю. Это или оттуда... Или, скорее, даже отсюда, вот сюда проехать и туда. То есть это надо как-то наверх забраться. Вопрос вот в чем. Зачем мне вот эта вещь здесь? То есть я же выше... Стоп. Па-па-па-пам. Так. Да. Она цепляется только за определенные предметы. И не за это, да? Да. Ну, там есть рельсы. Да. Ладно, подумаем. То есть, по сути, у нас там есть апгрейдовые какие-то... Не ори. Какие-то апгрейдовые вещи. Давайте я подлечусь. Хорошо, нам сюда. Нам сюда. А зачем?
Ну, как минимум, я вернусь ради вот этого. Тут куча кристаллов. Я это все заберу. Я все равно могу сейчас на этой рельсе поехать, я так понимаю, да? Надеюсь, мне не придется ехать с самого начала. Это было бы глупо. Это то место. Это вот это место. А вот там... Тут какашки. Так, ну, допустим. Что мне нужно сюда. Окей. Это я понял. А, можно туда. А можно туда. А по заданию мне как раз туда, значит. Как минимум вот это. Я себе еще хпшечку подниму. Во-вторых, вот это. Ладно, это секрет. Углерод. Тут что-то еще есть или оно все вниз просто? Да, придется пройти заново, но это, в принципе, не проблема. Да, блин, вот они, не сюда. Как мне попасть... Ну, хорошо, вот сюда я проехался, это я открыл. Как мне попасть в ту секретку? Вопрос. Ладно, поехали вверх. Что нам остается? А, секрет поблизости, это еще не все, значит, было, да? Интересно. Смотрите, так нет, а так да. Значит, он где-то здесь. А так уже нет. То есть таким образом можно... Угу, да, видите, он... Говорит тебе сюда. Черт, я так не долечу. Ладно, все, хорош. Да, я туда даже зацепиться не могу. Пофиг. Давайте пойдем дальше по заданию. Секрет секретом, мы не зациклены здесь на поисках секретов, если что. Давайте хотя бы чуть-чуть продвинемся сегодня. Да, зацепились, хорошо. А что тут прячется? Такое ощущение было, что что-то спрятано. Там сверху было кое-что, видели? Вот, я не уверен, что я хочу туда. Опа! Я где-то. Я где-то. А что мне здесь надо? Могу ли я здесь спускаться? Видимо, да. О, мне туда, в принципе, наверное, да? Да, вот это ж... Нет. Головоломка? Ха. Птица, головастик и еще что-то. Три кнопки. Выглядит важным, вам следует это сломать. Да я как бы и не против-то, наверное. Хорошо. Я, возможно, сюда вернусь. Дальше нам... Туда наверх. Наверх. Карл.
Так, как минимум здесь есть телепорт. Логово прародительницы. Фига себе. Да. Древний гриб, гниющий выступ. То есть отсюда мы можем, по сути, просто спрыгнуть к этому ящичку, когда поймем, что творится. Хорошо. Тут у нас есть немножко врагов. Так, это я отсюда приехал. А мне нужно... Я, в принципе, понимаю, куда мне нужно. Я пытаюсь еще понять, чтобы такого по пути полезненького стырить. Было бы неплохо. Фуф. Это у нас... Здравствуйте! Это босс-файт! Черт, а как... Я не пойму, как мне его бить. Я понял. Ну, не то чтобы... Нет! Не то чтобы прямо понял, но предварительно понял. Залезь! Ай. Это вообще-то было больно. Нет. Давай, возьми. Пустой? Ты серьезно, появись. Блин, у меня вообще нифига здоровья не осталось. Надо срочно подхилиться. Это только полхилки дает. Вы серьезно? Ай, больно. Да хорош! Чё меня так бьёт? Есть. Минус один. Минус два же, нет? Залезь. Да я же не это имел в виду. Пустой. А, нет, это его бьет. Нет, не падай, не падай. Черт, ладно, хилку. Блин, такой... Ой, нет, все. Нормально, живой. Да, блин, давай перезарядка, мне нужно больше обоймы. Нет. Вот, мне вот это надо. Не рыпайся. Да не рыпайся ты. Блин, оно скисло. Да ну ёлки-палки, у меня же был второй прыжок. Ладно, хилка восстановилась. Да, хорошо. Наверх. Сюда. Промазал очень косо.
очень криво, блин. Это у него тут хпшки, конечно. Есть. Да, блин, больно же, чувак. А, я сейчас чью упаду. Так, тут эта хилка не работает. Вот эта хилка, рабочая. Давай, давай, давай. Да хорош! Все. Минус, хоть немножечко разобрался. Да хорош меня бить, ёпарасете! Че, дурак, что ли? Ага, вот еще хилочка. Все, почесали наверх. Вот это у него хпшки, конечно. Да зацепись! Не помогло, да? Подцепи. Опа. Нафиг тебя. А, где ты? Да хорош, не трогай меня. И ты не трогай меня. Так, ты хочешь мне сказать, что мне каждый раз придется ему вот так вот в глаз стрелять, что ли? О, жизни не осталось. Опа-па! Чуть не убили. Это только пол хпшки, ты издеваешься. Да нет же. Надо этих комаров поубивать. Так, где там его следующий глаз? Идешь нафиг. Серьезно, ты вот так вот на... Ну, наконец-то, блин, напрямую. Хочешь мне сказать, что... Не попал? Так, нафиг. Слушай, не обляпайся. Это только пол хп, ну ты и нудный чувак. Не, ну ему это снимает. Ему это снимает, это хорошо. Фух, я думал, снимает только попадание в глаз, но вот эта штука ему тоже снимает хп, что это хорошо. То есть, в конце концов, у нас есть надежда, что мы сможем его замочить. Больно, блин, уйди. Можно только кислотой или нужно... Ай, больно. Я не пытаюсь понять, стрелять в него тоже можно или нужно только кислотой обязательно? Давай пока я здесь подберу немножко. Хорошо. О, кстати, где-то под нами находится... Вот, например... Нет, ему на это пофиг, если я буду стрелять. Ну, по крайней мере, с этого ракурса. Ай, блин, больно.
Ай! Не надо сидеть клювом щелкать, нужно бегать. Я понял. Это как в Думе. Остановишься, и ты труп. Блин, с этого ракурса ничего не сделаешь. Это печально. Хорош меня бить. Блин, вот эти птички начинают задалбывать. Их надо... Где-то еще одна. Больно, говорю. Не трогай меня. На тебе твою дуплень. Раздуплись. Вот он. О, чувака бомбануло, хорошо. Чё, глаз надо сейчас стрелять, что ли? Да. Блин. Было бы печалька, если они меня сейчас убьют. А, надо их поубивать, этих мелких. Потому что они слишком назойливые. Их становится слишком много. Так, где тут еще хилочка была? О, спасибо. Где вы, где вы, где вы? Все, минус. Хорошо. Более-менее справляемся. Осталась последняя треть. Убери язык. Блин. Да, дай мне еще кислоту. Ай, больно. Я с незаряженным пистолетом, блин, бегаю. Ты серьезно? А, нет. Вот так вот напрямую, если стрелять, то в них тоже можно попадать. Все, я понял. Отлично. То есть все зависит от угла. Все зависит от угла попадания. Их стало слишком много. О, попал. Все, отлично. Надо подхилиться. И мы в шоколаде. То есть, если есть угол попадания, то можно и из пистолета зарядить в него. Ему тоже будет хорошо. Да, блин, иди ты нафиг со своим языком. Нафиг, говорю. Так, давайте, появляйтесь. Да что тебя... Я просто не успеваю за ними всеми следить. Он их спаунит, блин, как не в себя. Ладно. Хилочка. Это пустая. Следующую, пожалуйста. Вон, полная. Не трогать меня. Я хилюсь. Идешь лесом. Есть. О, чуваку сразу похорошело. А, я понял. Оно просто залеплено этой фигней. Если его отлепить. То потом можно и этим стрелять. Блин, больно, отойди. Это
твои хп-шки мало. Блин, было бы очень обидно сейчас сдохнуть. Потому что смотрите, сколько у него хп осталось. Блин, только под конец файта я понял... Уйди. Я понял правильную стратегию, как с ним бороться. Тварь, сдохни. Просто сдохни. Убери свое гузло отсюда. Сюда мне не надо. Блин. Уйди. Все? Ху. Ёпарас это. Я не, ну как бы он не сложный, он такой муторный, я бы сказал. Я не могу сказать, что это был прям сложнецкий босецкий. Блин, еще вот сейчас вот здесь вот подохнуть было бы идеально. Так, 16. Где-то возле него, под ним. Да, вот, то, что нам надо, хорошо. Давайте заберем, да уже пойдем отсюда. Ай, побочка тоже здесь. И побочка тоже здесь. Ну, отлично. Телепорт. Куда телепорт? Обратно? Ага, исследовать башню. Ладно, ребятки. Это мы сейчас в возвышенное царство. Мы, у нас, кстати, вместо посадки не открыт еще один телепорт. Ладно, идемте на дротик. Если мы сейчас сможем заапгрейдить там то, что нужно. О, алюминий еще 50 добыли. Крутец. С возвращением исследователя. Продолжить. Explorers we've got out in the galaxy, you are way better at discovering stuff. The javelin's fuel reserves are still pretty low. Unless you want to die of old age out here, you'd better find more fuel. Although. Текущее звание Kindred, юный исследователь. Remember, completing your new science experiments will increase your rank, and increasing your rank will unlock all kinds of new tools. Hurrah for progress! Soon you'll be returning to Earth, which means you can get a jump start on the best part of human existence. Shopping. Особняк. Fantastic. It costs double now. Большое личное финансовое значение для нас. Ага. Your efforts have so far yielded much useful data, not the least of which is the discovery of an entirely new alien civilization that our initial scans did not detect. Now that you have reached the top of the alien structure, we must press upon you the importance of discovering its purpose. Entry to the tower should be your primary focus. Понятно. Нет, не это. Распрощайся с долгами прямо сейчас. У тебя сложности в повседневной жизни. Ты один из сотен миллионов землян, на которых давят неподъемный долг. Ты отчаянно ищешь хоть какой-нибудь шанс получить столь необходимую тебе финансовую помощь. Корп технологии тебе помогут. Просто предоставь корп технологиям гордому члену мультикорпорации глобальная вселенная и ее дочерних компаний полное критическое
А, юридическое право, пардоньте, на владение твоим мозгом. Ты сразу уменьшишь свой долг вдвое. После подписания этого безрискового соглашения корптехнологии щедро позволят тебе пользоваться мозгом до конца жизни, пока специально обученный медицинский сотрудник официально не констатирует твою смерть. Чего ты ждешь? Ответь на это письмо, и наш представитель с тобой свяжется. Да, вот так. Предупреждение. Специально обученный медицинский сотрудник для официальной констатации твоей смерти будет назначен по усмотрению Медикор, гордого члена мультикорпорации, глобальная вселенная и ее дочерних компаний. Ты даешь свое согласие на полную передачу прав транслировать твои мысли, чувства, идеи, мечты и создавать на их основе фильмы, передачи и шоу компании Глобфильм, гордому члену дочерних компаний. Понятно. Представляю уникальное средство «Чумопрочь». Тебя гнетет страх чумы, ревешь на себе волосы, пытаясь предугадать непредугадываемые чумные туманы. По второму, третьему, а то и четвертому разу в день проверяешь исправность системы античумной фильтрации в домашнем шлюзе. Забудь о своих страхах, теперь у тебя есть «Чумопрочь». Принимай всего одну таблетку, чем опрочь, в день твои шансы подходить к черную смерть, ужасающую средневековую суперболезнь, которая давным-давно исчезла, а потом неожиданно для всех вернулась вместе с таянием вечной мерзлоты, уменьшит это до 95%. Не на 95%, а до 95%. Заметьте разницу. Да-да, тебе не послужит. Средство чумы найдено, чума прочь, гарантирует тебе беззаботную жизнь, а теперь у тебя всего лишь небольшой шанс покрыться гнойными нарывами и умереть в луже рвоты и крови. Хочешь узнать больше? Тогда свяжись с квалифицированным медпродавцом. Медпродавцом, блин, прямо сейчас. Медпродавец. Yep. Нет. No, I know. I know, you just said it was supposed to be uninhabited. Yeah, and the size of it. So big. You covered in what? Oh, ooh. Oh, really? Oh, that can't be true. Check it all again. Yeah. Oh, Jesus. I gotta go. Damn. You nearly gave me a heart attack. I'm glad you're here. Because now I can update you on some new discoveries regarding your planet. We found something down there, at the base of the tower. Oh, it's big. I mean, it's huge. And it's alive. It looks kind of like a building-sized death meatball. I mean, who knows what it is or what horrors it contains. But who doesn't love meatballs? Mm. I'm sure that you're more than up to the task. So far, you overcome everything, no matter how weird or disgusting it is. Just find a way to get power back into the tower. Get inside. Don't let that giant meatball eat you, please. Круто. Remember me? You said I'd never be back. Well, guess who's back? Wedgie Burger's back open. Health violations no longer a problem. They tried to shut me down. They couldn't take me out. They wanted me to shut up. You can't stop the wedge. Wedgie Burger, come down. Get some potato wedge. Bring the kids. Get right the wedge later. Mommy's eating for free, okay? It's five delicious vegan patties between two homemade buns. Boiled twice so it's extra chewy with ketchup, cheese, and fun. That's delicious! The new five-patty vegan boil burger is fun for the whole family. And made with 100% stuck-up, free-range vegan. Burgers may cause irritable bowel, partial blindness, itchy ears, tongue warts, involuntary liver convulsions, loss of appetite. Wedgie Burger's not responsible for any medical problems arising from digestive system failure. What are you looking at, you sick? You sick perv? Как мне стереть память, чтобы, блин... Так. Предметы. Я могу скрафтить. О, стабилизатор кислотных бомб, наконец-то, да. Это как раз то, что мне нужно было. Суперски.
больше взрывов, больше веселья. Так, ну у меня, по идее, сейчас ничего такого на очереди из побочного не стоит. Прокачаны мы довольно неплохо. Тут у нас нет просто исследований. Так что звание младший исследователь. Мне вдруг стало интересно, что там за один телепорт, который мы пропустили. Ну, ладно, ребятки, тогда с этим уже разберемся в следующей серии. Убили, я так понимаю, второго босса. Если я правильно помню, это был второй босс, да. Дальше мы пойдем потом, в следующей серии, как я уже сказал. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.